Нажмите для подписки. Подпишитесь на канал Тайо и первыми получайте оповещения о новых сериях. И вот так! Если будешь бить так сильно, можешь набить шишку. Помягче. Ладно. Лови. Ну и что это такое? Один день с Бубой. На станции начинается новый день. Хана! О, доброе утро. Хана, куда ты идешь? У меня есть планы, и я еду в другой город. Какие планы? Я пообещала детям из больницы, что навещу их. Понятно! Они тебе обрадуются. Хана! Да? Поехали. Арт и Орешек уже в пути. Хорошо. А? Сетью ты тоже едешь? Да. Мы останемся там на ночь и вернемся завтра. Что? Правда? Получается, мы сегодня ночью сами по себе. Смотрите, только не бедокурьте. Не переживай и проведи время хорошо. До завтра. До завтра. Пока. Некому говорить нам, что делать! Устроим ночь маленьких автобусов! Но вам не показалось это странным? Что? Ханна совсем не беспокоилась, когда оставляла нас одних! Да не переживайте! Просто давай веселиться! Да, а еще мы можем позвать друзей! А можно? О, Мэтт как раз говорил мне, что сегодня ночью будет звездопад! Звездопад? Именно! Обещают настоящий дождь и звезд. Такое случается очень редко, нельзя упускать случай. Ух ты, правда! Я хочу на это посмотреть! Тогда давайте играть до ночи, а потом посмотрим на звезды. Здорово! Но сначала позовем ребят. Отлично! Хочу, чтобы ты пришел. Хорошо, хорошо. Ты же придешь к нам? Конечно. Звучит круто. Мы будем играть без присмотра целую ночь. Ого, будет весело. Конечно, мы придем. И не хотите присоединиться? Хотим. Жду с нетерпением. Это так волнующе. Мы правда сможем играть всю ночь? Правда. Кроме нас на станции никого. Поехали. Вы чего так шумите, ребятки? Спит, выключи. Как дела, ребятки? Буба! Как твои дела? Неплохо, неплохо. Ты приехал по делу, Буба? Сетью сегодня нет. Знаю. Сетью попросил меня с вами посидеть. Что? Ты останешься тут на ночь? Да, для того, чтобы вы не боялись спать одни на станции. Хорошо. Эй, ты же сказал, на станции не будет никого. Я не знал. Спит, давай просто уйдем. Давай просто уйдем. Почему вы разбегаетесь? Да, просто. До свидания. Ребята, не уезжайте! Понятно. Хана и Сетью просто так бы нас не оставили. И что нам теперь делать? Я все еще собираюсь повеселиться. Вы закончили работать? Да. Буба, а мы можем поиграть? Конечно. Наслаждайтесь свободным временем. Ура! Давайте играть! Попробуй меня догнать. Постой! Эй, вы же можете так пораниться. Ну, ладно. Попробуй меня догнать. Давай не будем. Лови! И вот так! Если будешь бить так сильно, можешь набить шишку помягче. Ладно. Лови. Ну и что это такое?
Ребятки, вам весело? Бегом в душ. Думаю, на сегодня достаточно. Хорошо. Бубу слишком строг с нами. Он нам даже поиграть не дал. Посмотрите на Таю. Ну, вылитый Буба. Вылитый Буба? А? Ребятки, хотите, я вас отругаю? И говоришь прямо как он. Нельзя так делать. Итак, вообще ничего нельзя. Они что, уже закончили? Итак, ребята, вы должны меня слушаться. Таю, прекрати! Что ты хочешь этим сказать? Таю, что ты делаешь? Ничего такого. Если вы закончили, разъезжайтесь по гаражам. Уже? Но ведь еще не время ложиться спать. Сегодня вам нужно лечь пораньше. Давайте, идите спать. Хорошо. Скоро начнется звездопад. Как нам ускользнуть? Может, просто предупредить Бубу и уйти? Нет, ты чего? Он нас за это отругает. Но ты говорил, что такой шанс редкость. Не можем упустить. У меня есть идея. Какая? Мы все притворимся, что мы спим. А потом? Когда Буба уснет, мы потихоньку уедем. Ух ты, отличная мысль! Точно! Теперь притворимся спящими. Хорошо. Забавные детки, они хотели ложиться спать. Ну и мне пора. Ребят, думаю, Буба заснул. Планы мистера Роги всегда срабатывают. Поехали побыстрее. Дети? Куда это вы собрались? Мне нужно немножко заправиться. Заправиться? Но заправка ведь в другой стороне. Мне захотелось помыться. Мойка в той же стороне. И разве вы не помылись перед сном? Возвращайтесь в гаражи. Хорошо. Тайо, маленький автобус. О, нет. Маленькие автобусы заснули, хотя собирались только притвориться. Что это за звук? Это просто Буба. Эй, просыпайтесь. Когда мы успели уснуть? Я думаю, сейчас Буба точно спит. Точно? Поехали. Поехали. А где Роги? Роги! Кто здесь? Что случилось? Почему ты спишь? Как это так получилось? Стоять! Заправка в другой стороне! Он просто говорит во сне. Хорошо. А ты знаешь место, где можно будет посмотреть на звездопад? Не переживай, я позаботился о месте. Где? Вот оно! Оттуда вид будет получше. Давайте наверх! Звезды будут падать, как капли дождя. Жду не дождусь. О, смотрите, звезда упала. Где? Где? Ого! Здание закрывает весь вид. Нет, ну как же так? Мы так долго ехали, но все равно ничего не видно. Ты прав. Вот вы где! Что вы здесь делаете? Буба! На самом деле, мы хотели посмотреть на падающие звезды. Мы
Мы очень хотели на них посмотреть. Прости. Ладно, езжайте за мной. Хорошо. Мы ведь едем не на станцию? Точно. Куда же он едет? Мы же едем к горе. Думаю, он нас там отругает. Страшно как. Мы на месте. Что ж, ребятки? Буба, только не ругайся! Что? Прости нас! Да, это больше не повторится! Посмотрите-ка туда! Ух ты! Отсюда самый лучший вид на звезды. Наслаждайтесь! Как много звезд! Так классно! Я просил вас лечь пораньше, чтобы мы могли посмотреть на звездопад. Вот как! Теперь понятно. Мы не знали. Спасибо, Буба! Смотрите на небо. Да, хорошо! Еще одна звезда упала. Благодаря Бубе маленькие автобусы смогли посмотреть на звездопад. Тайна Сито! Сито возвращается на станцию после трудного дня. Ну и трудный был день. О, да, это же Ленни. Я совсем заблудилась. Ленни! Сито! Как ты здесь оказалась? Я поехала покататься и потерялась. Что? Говорил же тебе не езди одна по незнакомым улицам. Извини, пожалуйста. Хорошо, что я тебя заметил. Ну? Ну, поехали. Поехали. Ганни! Что это с тобой? Ну, они тут так быстро ездили. Что? Попробуй, догони! А ну прекратите! Тайо, Роги! Ой, Сито? Привет, Сито! Ребята, я же просил здесь не баловаться. Прости нас! Сито был так зол, да? Вечно он кричит, когда мы играем. Да, а мы ведь просто хотели повеселиться. Да ладно вам, он просто за нас беспокоится. Так и есть. И мне он сегодня помог. Да, мне он тоже помогал не раз. Когда вырасту, хочу быть как Сито. Как Сито? Не так-то просто. Он, наверное, был примерным ребенком, не то что мы. Это точно. На следующее утро. Доброе утро. Сито! Сито! А это кто? Впервые вижу. Ну и где этот сорванец? Извините, сэр, но кто вы такой? Какие славные малыши. Вы не видели Сито? Нет, мы только что проснулись. Ясно. Может, он еще спит. О, Буба! Извини, ты давно тут? Сито, где только тебя носит? Прости, пожалуйста, я просто убирался. Я же сказал убраться заранее. Не помню, чтобы Сито так смущался. Ладно, ты все приготовил? Нет, еще нет, я был занят. Опять оправдание. Завел старую песню. Я сейчас же все сделаю. Какой же он безответственный. Ну кто вы такой? Сито вас так испугался. Кто я такой? Я Буба.
Когда-то я был у Сита старшим автобусом. Правда? Я присматривал за ним с самого первого дня. Ой, ну и хулиган же он был. Хулиган? Не может быть! От меня ему все время доставалось. Правда? А что он вытворял? Расскажите же скорее! Так и быть! Ура! Когда Сито был маленьким, он любил поиграть. Иногда такое устраивал. Как-то раз устроил гонку на мосту. Как мне весело! Сито! Ну-ка стой, маленький негодяй! Буба? Говорил же тебе, быстро ездить опасно. Прости. Тысячу раз ведь говорил. Придется тебе постоять в гараже. Все, ты наказан, Сито. Наказан? Нет. Правда? Правда. Это еще не все. Я был слишком строг с Сито. Будет себя хорошо вести, завтра его выпущу. Что? Поскольку его наказали, он пригласил своего друга прямо на станцию. Постой! Сито! Приключения Тайо. Он был еще хуже нас. Да, правда. Но он такой умный и талантливый. Да, он так хорошо знает все дороги. Понимаете ли, он их не всегда знал. Нет? Когда он был ребенком. Двери закрываются. Нет, постой! Он не ждал пассажиров. Постойте! И заваливал экзамены. Ого, не может быть! И однажды я его так отругал. Ты злой! Сито! И он уехал в слезах. Он не вернулся на станцию, и я поехал его искать. Сито! Сито! А? Что же мне делать? Он стоял на обочине и плакал. Сито! Буба? Что ты здесь делаешь? Я тебя искал. Ну... Я заблудился и не знал, что мне делать. Ясно. Ну ничего. Поехали на станцию. Буба, у меня кончился бензин. Я не могу дальше ехать. Что-что? И мне пришлось самому тащить его на станцию. Прости. Сито тоже плакал. Сито был совсем как мы. Привет, вот и я. Хорошо. А что смешного? Да нет, ничего. Буба, ты не знаешь, что здесь происходит? Понятия не имею. Так, Сито, ты все привез? Да, я все привез. Так давай же скорее. Мы спешим. Что, прямо здесь? Но я... Да, и поторопись. Ну ладно. Что случилось с Сито? Я не знаю. Скоро все увидите. Буба, я готов. Си!
это? Что это? Ты как клоун. Сито, а тебе идет. Я расскажу. Приехал я как-то на станцию, а Сито там не было. Сито! И куда он мог подеваться? Я поехал его искать, пока он чего не вытворил. Сито! Сито! А? Эй, да это... Сито! Сито, большое спасибо. Не за что. Зовите, если понадоблюсь. Нам было так весело. Ты чудесный. Спасибо вам, ребята. Сито, а покажи еще, покажи. Ладно. Сито был одет как клоун и играл с детишками. И он до сих пор так делает. Поэтому я и здесь, хотел присоединиться. Он много чего творил, но у него такое доброе сердце. Поэтому он вырос таким замечательным автобусом. Как чудесно, Сито! Сито, ты удивительный! Да нет, в этом я выгляжу смешно. Да нет, Сито, ты отлично выглядишь. Да, Сито, и ты совсем не такой страшный, как обычно. Эй, Сито, а можно нам пойти с тобой? Да, мы тоже хотим играть с детьми. Ну, ребята, конечно, поехали. Таю, ты такой потешный. Ты тоже, Рокки. Добрые детишки, очень похожи на тебя. Да, это правда. Так, ребята, вы готовы? Готовы! Поехали! Сегодня юные автобусы узнали Сито с новой стороны и обещали себе, что вырастут такими же замечательными, как Сито. Прогулка Сито! Настало чудесное утро, и в школе начинаются занятия. Сегодня каждый расскажет, как провел выходные. Кто хочет быть первым? Я хочу! Ладно, Шайн, давай. Ну, я ездил к морю и катался на пароме. Ух ты! Это как здорово! А я был в парке, и там было столько интересных аттракционов! Ух ты! Здорово! А ты, Таю, что делал ты? Я? Да я никуда не ездил, так что у меня ничего интересного. Ясно. А остальные автобусы? Да, мы тоже. Мы просто смотрели телек. Да ну, скукотища! Вы никуда не ездили? Да. Надоели мне наши выходные. Ну давайте же, наконец, что-нибудь придумаем. Да, и пускай нам все-все завидуют. Едем в зоопарк. Зоопарк? Отличная мысль! Ну как, в школе было весело? Да! Сито, своди нас на выходных в зоопарк. Что? В зоопарк? Ты нас давно никуда не водил. Да! Пожалуйста! Ну, я не смогу, я в выходные работаю. Ну, Сито, ну один раз поедем. Я же сказал, я не могу. Все остальные ребята куда-то ездят. Над нами все смеются. Что? Ты всегда говоришь, что ты занят. Но, ребята... Сито, о чем ты задумался? Хана, меня на выходных никто не может подменить. Что? Что-то случилось?
Я давно не проводил время с ребятами. Они хотят в зоопарк. А, вот оно что. Сейчас. Ладно, в выходные ты свободен. Правда? Сито, хорошо тебе отдохнуть. Спасибо. Настал выходной день. Хрю-хрю! Утки! Кря-кря! Вот нам все в классе обзавидуются. Да! У нас будет самый лучший рассказ! Что это? А ну стой! Откуда тут обезьяна? Что случилось? Из зоопарка сбежала обезьяна. Пока не поймаем, перекресток закрыт. Что? И надолго? Ну, зависит от руки. А, ну, вернись! А ее сможет поймать? А вдруг это займет не один день? По-хорошему не хочешь? Ладно. Что, думаешь, не поймаю? Стой! О, нет. Указатель на зоопарк повернулся в другом направлении. И долго нам еще ждать? Мы никуда не успеем. Надо действовать. Всегда! Попал! Спасибо, Сито! Не за что. Теперь нам можно проехать? Ну да! Сито, ты потрясающий! Ура! Едем! А в какой стороне зоопарк? Нам туда. Ребята, все за мной. Ура! Пока! Сито, а долго нам еще ехать? Ну, мы давно должны были быть на месте. Кстати... Вам это место не кажется знакомым? А, да. Ребята, что вы тут делаете? Давно не виделись. О, мама, Ларри. Так мы приехали в деревню. Что-то не так? Мы вообще-то ехали в зоопарк. Вы где-то не туда свернули. Не туда? Так мы в зоопарк не попадем. Нет. Это я во всем виноват. Ничего, отсюда есть короткий маршрут. Короткий маршрут? Да, куда надо ехать? Ну, сначала едете вон туда, а потом направо. Понял. Большое тебе спасибо. Мама, тебе мы еще приедем. Ловлю на слове. Пока! Пока! Приключения Тайо! Вот, мы почти приехали. Как я рад! Маршрут и правда был короткий. Зоопарк! Сегодня единственный день в году, когда в зоопарке выходной. Как же так? Не может быть! О, что же делать? А, теперь еще и дождь! Ладно, едем обратно на станцию. Они, наверное, очень расстроились. Ой-ой, что происходит? Гани, в чем дело? Кажется, закончилось топливо. Я не могу ехать. Ну вот. Держи, хватайся. Ладно.
Спасибо, Сито. Теперь поехали. Вперед. О. А? Где Лани? А? Она разве не с вами? Со мной ее нет. Что? Как так? Ладно. Вы оставайтесь здесь, а я поеду ее искать. Хорошо. О, нет. Идет дождь, и скоро вечер. Где это я? Куда все подевались? Как же страшно. Наверняка твоя мама за тобой придет. Ленни! Сито! Вот ты где. Что случилось? Прости. Главное, что ты цела. Поехали. Мама, а как же? А? У меня тут щенок. О, что делать? Это его мама. Да, вот и слава. Поехали? Да. Выходной день закончился, а в зоопарк ребята так и не попали. Сито, как прогулка? Ханна, даже не спрашивай меня. Да? Но что случилось? Мы не попали в зоопарк. Я испортил им весь выходной. На следующий день Сито, как всегда, на работе. О, у ребят, наверное, уже закончились уроки. Вдруг над ними опять смеялись. Сито? О, мисс Стич. Слышала про твою прогулку с ребятами. Да, было дело. Они, наверное, так расстроены. Что? Я ничего такого не заметила. Сито выскочил на дорогу и поймал обезьяну. Это было здорово! А потом мы встретили друзей из деревни. И они нам показали секретный маршрут в зоопарк. А я заглох, и Сито меня тянул. Это как игра в железную дорогу. А я спрятала щеночка от дождя. Помогать животным – это же так чудесно. Но самое интересное было... Что мы провели весь день вместе с нашим Сито. Ребята. Тебе так повезло. Твои ребята тебя очень любят. Ну да. Сито и маленькие автобусы отлично провели выходной день.